Людочка убирает. Да, доченька? Я делаю пасту итальянскую, посмотрела. Вчера еще хотела, но ждала, пока будет Людочка дома. Вот видишь, Степаша? Видишь? Гана! Этот весь фикус достал землю. Да, 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 да. С фикуса землю выгребает и все, хоть убей. Так, ладно, сейчас покажу, как делаю пасту. Повторяю за Наталой. Кисто хочу. Пила бабушки, а ей нельзя. Ну, придется съесть, нет. Ты мне делаешь, да, с огурчиком сверху? Угу. Сёмой? Угу. Я тоже с удовольствием скушаю. Ой, мандарины какие ты купила. Ой, боже, глянь. Я ж люблю. Прямо такие ягодки. Клементинки. Клементинки, да? Угу. Ну, ложи уже рыбку, господи. Так, подожди. Ложи уже. И тут готовится, ой, как. Вот это будет паста, а вот это я дала жизни тут. Класс. Ага. Ага. Что так мало? А, это все для кусочка. А, еще шагурчик, да? Мы съели уже. Ага. О, умываются, глянь, умываются. Покушали, умывают мои сладкие. На, положи, положи, все. Да, полежите. Я достала свои огурчики. Ой, не видно. Со светом, блин, целая проблема. Огурчики. Салатик у меня такой из огурцов. И... свои томаты. Наташа говорит, томаты. Томато в Италии. А у нас томато сок. А у нас томато сок. Акция. 30 гривен, да, рыбка? 38. Ты сегодня раскошелилась, доча. Да хоть покушать. Вкусненько хоть чуть-чуть, да? Ты кашей давилась. Ты рассольник вчера ела. Класс. Попробовала. Давно я семгу уже не ела. А лучше пахнет. Очень вкусный хлеб. Все, спасибо. Почти готово. Фарш, грибочки, лук, морковка. Напоминаю, я готовлю итальянскую пасту. Вскипнут наши красивые вот такие вот макарончики. Сама основа готова. И будем кушать. Я, кстати, давно вообще не готовила никогда. Это для меня впервые. Тоже макароны по-флотски, макароны по-флотски. А это будет у меня с грибами, как Наталка делала. В общем, 350 грамм фарша, один лук, одна морковка. С фаршем все обжаривается, потом грибочки, потом томатненькая паста. Сейчас отварю макароны твердых сортов. И будем кушать. Все, вас и кину. Все, семейство наше в сборе опять. Привет всем, друзья, большой, огромный. Сколько человек? На 4, да, или 3? 3. Вот, едем от мамы. Намного лучше, мы довольны. Сегодня сняли швы. Сейчас пасту сделаем, вот такие детали, которые я... Да, швы сняли, стали на живот ложиться. В общем, хватит о больнице, да я уже... Столько-столько о больнице этих видео выкладываю. Ну, друзья. Приснилось, что дарю, покупаю ей розы такие красивые. Да, к чему? А какое количество? Да я же считала. Кто знает, к чему? Букет роз при выписке. Да и ты что? Букет роз. Я ей купила, а люди, и бездрожжевый хлеб. А люди говорят, а что, нельзя, это жирно. Чисто здравствуйте. Ну, розы жирно. Красные. Сколько там того тю? Ага. Люда, короче, купила сегодня я уже и огурца, и лосось, и красную рыбу. Так она, полная, ой, это красную икру. Ну так она сказала на перевязке. Доктор сказал кормить. А она это. Я хочу красной икры. Есть
оставила, сказала, тихонечко откроешь, тихонечко по зернышку ешь. По зернышку ж можно. Да. Она сказала, я буду вкидать в рот все подряд. Вот. Огурец, естественно, я забрала. Привезли сегодня банку икры, представляете, красная. Я не знала, что они так быстро отреагируют с мной. Это у меня же вообще разговор. Ну что, а яблоки запекали. Сейчас купим фарш. Мама сделает утром такие фрикадельки отварить. И сейчас будем делать пасту с Людой. Да. Итальяно. Голова болит, потому что резко похолодало. Друзья, прямо резко. Я вот по колготкам чувствую, вернее, по ножкам. Утром ушла сюда. Не щипала. Сейчас так прям щипает. Ладно, до зустречи, мои ритни, до зустречи. Вот, паста готова. Жень, тебе накладывать? Нет. Нет? А, вот у тебя дела. Хорошо. Так, ну вот. Что-то так будет, как было много начинки. Ну, друзья. И надо еще сверху сыр, но сыр у нас нехороший, да, вот тут. Сыр невкусный. Ну ничего, будем без сыра. Будет украинская паста. Не итальянская, а украинская паста. Готово. Быстро. Дешево и сердито. Украинская паста будет. Пусть будет украинская паста. Ням-ням. Все, наелась. Спасибо, Наталья. Наталья, и какой сериал ты смотришь? Идеальная семья на ТНТ. На ТНТ? Смешной? Рекомендуешь зрителям? Очень классный. Я смотрю, что ты ржешь так? Ладно, всем пока, да? Ну, что я могу сказать по поводу пасты? Друзья, мы, конечно, к такому не привыкли. Очень и очень сытно. Я так сытно никогда не ем. Но! Не жирно. Итальянцы молодцы. В общем, фарш и грибы рекомендую. Очень офигенный у них союз получается, фарш с грибами. Целый день как белка в колесе, побегаешь. Она только раз как в прорву упала. И все. Там мне Наталка Чалая, коллега-блогер, прислала эстафету. Хочу передать. Обязательно посмотрю, обязательно зайду. Ну, немножко, когда уже буду свободна. Хорошо. Сейчас, конечно, ну, слишком. Ой. Чтоб я вот так вот ела макароны. Мама дорогая, вы что, никогда в жизни? Ну, ну ж хочется, да? Хочется пельменей. Хочется. Хороший этот салат с огурцов. Вот это, что я на зиму закрывала. Огурчики. Не, ну классно, когда само делаешь. Полезла в погреб. Класс, все есть. Значит, ребята. С выходных у нас обещают минус 16 градусов. Минус 16. Это что такое? Как выжить? Как выжить? Не знаю. В общем, девочки. Мальчиков раздразнила. Девочки. Итальянское блюдо, это просто прелесть. Спасибо, Натали из Италии. Так, я была в больнице, сидела голодная. Как посмотрела ее видео, чуть сознание не потеряла. 2 дня хочу приготовить, и сегодня, о чудо, свершилось. Так что повторяйте, это очень вкусно, это очень сытно. О, Левушка-Херевушка даже пришел на запах, да? Ты мой сладенький, боже, друзья. Меня дома нету. Что-то съел, ему плохо было. Мой сладкий, он чистенький. И вообще это мои животные, раз со мной спит, ты мой хороший. Да, друзья, вот это так оно и есть. Вот это так оно и есть. Помыл руки, не помыл руки. Ну, в больнице, конечно, моют тщательно, все тщательно. Ну, а дома и стены помогают. Всем огромное спасибо. Надеюсь, я вас не задолбала. Я на это надеюсь. Я так хочу весело и хорошо жить. В каком плане весело?
спеть вам песенку, как раньше я пела. Можете станцевать. Мама сказала моя, она мне пообещала, что я, когда заберу в больницу, из больницы ее, ты меня покрасишь и будем петь песни. Я говорю, обязательно, давай для наших друзей споем. Она хорошо поет. А еще я могу ей подыграть на гитаре. Ладно, я доедаю свою эту... Как она называется? Паста. Макароны по-флотски, по-украински, да? Всем мира, всем добра и всем бабла, мои вы хорошие. Мира, всем нам мира и любви. Чем ты не пришел, як и місяць зійшов, на тебе чекала я. Ах, как споем, как споем.